Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Вот такой получился блокнотик. Покрыт масловоском, даже твердым воском. Античное золото. Не понравился вариант. Прям поблескивает, поиграет очень хорошо. На дубе, по крайней мере. Я пробовал на дубе его шлифованным 120-м зерном. Он лучше ложится. Здесь 240-й, он прям гладкий. Он гораздо меньше.
прилип, но в канавках здесь хорошо залил, получилось как бы золотые буквы. Этот блокнот делался для подписчика из Инстаграма, он выиграл у нас там в конкурсе, даже не в конкурсе, так в блиц-опросе, и отгадал, что будет изготовлено и будет сделано. И этот блокнот поедет в Украину. Подписывайтесь, друзья, делитесь видео. До новых встреч. Спасибо за внимание.